В округе увеличили прожиточный минимум. За второй квартал текущего года его сумма составила 18 545 рублей. Соответствующее постановление утвердили в ходе очередного заседания администрации региона. Повышение напрямую связано с увеличением стоимости потребительской корзины. Так, с апреля по июнь увеличилась средняя стоимость на 23 вида продуктов. По 8 позициям рост средних цен составил от 5 до 10%. Мороженое, рыба и капуста, например, подорожали на 10%. В то же время на оленину и молочную продукцию цена не изменились. Цены не изменились, а вот на фрукты и овощи даже снизились. Ощутили ли это нарьинмарцы, мы узнали на улицах города. Нет, незаметно. Вы часто покупаете? Как тратим такие суммы огромные, так и тратим. Ну вы часто, каждый день покупаете овощи? Постоянно. Фрукты? Апельсины, яблоки, мандарины порядочно упали. С 250-то на 120, да на 200-то. Помидоры вот 170 были, 130 стали хотя бы. Огурцы 110 были, 160. Ну, мы стараемся не покупать здесь вот эти, которые привозные. То есть вы имеете в виду ларьки? Ну да, в ларьке. Стараемся не покупать такое. Лучше выехать куда-то в Россию, и там подешевле все равно. Ну, вы вообще здесь не покупаете ни овощи, не, ни фрукты? Ну почему? Покупаем, что мы, огурцы у меня свои дома. Угу. Мы свои выращиваем, а... Ну вот яблоки обязательно покупаем. Ну, конечно, стараешься не смотреть на цены. Все равно есть это хочется, и детям какие-то витамины все равно надо. Ожидается, что цены на овощи и фрукты будут понижаться и дальше, пока в регионе открыта водная навигация. Кроме того, ценник упадет и на продукты отечественных производителей.